Я смотрю, защитник вроде что-то начал читать уже. Я его убрал и слева вроде. У меня левая, конечно, не очень такая рабочая. В итоге просто глаза закрыл и ударил. Я смотрю видео Ибрагимовича. На опережение начал сыграть. В итоге попал. Хорошо. И фортуна на моей стороне. Я катнул мяч в зону, в разрез. Дал Карташову пас. Карташов, он там на опыте взял и забил его. Это мой день. Раз я такие фартовые голы забивал. Так что я в розы был уверен, что, дай бог, я забью. Конечно, валидольная игра, я волновался очень. Когда еще 3-3 был, я думал, мы опять сейчас проиграем, наверное. Потому что пацаны расслабились уже. Мы в раздевалке уже после первого тайма. Ну, уверенность какая-то была, что мы должны выиграть этот матч, потому что вся игра как бы на их половине были. Мы там атаковали, не атаковали. Мы уверены были. А когда они нам начали забивать, уже как-то и настроение пропало. Ну и собрались еще, и выиграли матч.